Итак, ребятки, после того, как ушки мои не срослись с Blackview AirBuds версия 3, следующая распаковочка на канале, это должны быть часики, у которых вроде как и защита экрана более-менее есть, в отличие от блэковских, которые всем бы хороши, но у них беда с защитой экрана. И в то же время у них барашка должна работать именно как барашка. Так, что-то у меня ножик реально затупился уже. Сейчас мы это проверим. Убедимся или опровергнем. Производитель заявляет, что барашка имеет смысл и не только смысловую нагрузку, но и функциональную нагрузку. О! Крутой дизайн. Смотрите-ка. А мне нравится. Видите, да? Что защита стекла в наличии. По бокам такие прикольные выпуклости. Браслет и корпус часов. Все как будто бы такое, как асфальт ребристое. Давайте-ка покажу ближе. Так, фокус. Дай нам настроиться. Фокус. Может, подсветочку врубить? Во. Теперь, я думаю, вы видите. То есть такой круто навороченный материал. Не знаю, насколько долговечный, но выглядит очень круто. Ну и пылюку, видите, сразу собрал. Шероховатый наш материал. Ну, короче, первично круто. Открываем, смотрим дальше. Кстати, изнутри более гладкий материал. Палочки съемные. Вы видите, да, рычаги торчат. Крышка задняя на шурупах. При этом отверстие под динамик есть. Датчик какой-то круто навороченный. Посмотрим в жизни, как это будет. Ну что, включаем. Ух ты, кнопка тугая. Welcome. Звук подалось, точнее подался. Экран прикольный. В результате что мы имеем? Мы имеем на ощупь железную рамочку перед экраном, пластиковый вроде бы корпус, покрытый каким-то необычным слоем по периметру. Кнопочка одна единственная, она же и вкл, и выкл экрана. Выключенный экран на пальцы не реагирует, что не может не радовать. На экране изначально, по-моему, приклеена пленка. По крайней мере, вон там видны края от нее. То есть ее я снимать даже не собираюсь. Меня радует, что у нас изначально приклеена пленочка. Да, реально барашка работает. Это то есть не просто кнопка, а реально такая крутилочка. Молодцы, что могу сказать. Так, далее. Watch Face. Ну, красиво. То есть их немного. Да, пока, значит, самый правильный этот, более похожий на часики. Снизу вверх подключите телефон, сразу же вылезает. Справа менюшка, в которой тоже можно также двигаться. Яркость добавляется. На глаз очень много яркости. Это у нас QR-код для скачивания программы. Ну и в остальном нужна программа. Значит, сейчас смартфончиком отсканируем и будем продолжать. Тем временем смотрим, что у нас в комплекте. Провод вы уже видели. Растягайка с инструкцией в наличии. M-Active называется программа. Можно и без сканера, значит, обойтись. Вот у нас англоязычная версия прошивки. Ой, господи, какие прошивки. С инструкцией. Bluetooth 3.0. Bluetooth 4.0. И больше не завезли. То есть, как я понимаю, тут два или модуля, или два режима у модуля. И 3.0, и 4.0. Скорее всего, 3.0 это для звука, 4.0 для энергоэффективного соединения без звука. Ну что, теперь точно ставим софт. M-Active называется. Врубаем Wi-Fi. Мотаем для Play Market. Точнее, до. M-Active. Вот M-Active. Ау, блин. Установить.
Открыть, разрешить. Согласен, подтвердить. Дать, разрешить. Назад. Устройство. Добавить, разрешить. Интересно, это N58 или нет? Ни хрена себе. Он считает себя главным? Увидели, да? Так, понятно. Вот, Bluetooth. Поиск устройства. Соединение. Офигеть, то есть теперь часы должны первыми соединяться со смартфоном, а не смартфон с часами. Это что-то новенькое, господа хорошие. Ну что, друзья, я не знаю, что получилось. При очередной попытке поиска часов появилась L20. При первом же нажатии мгновенно сразу подключилась. Такое чувство, что часы прогружались и не сразу хотели соединяться. Проверяем, что изменилось. О, уведомления, нет уведомлений. То есть что-то да изменилось. Передача сообщений. А, по-русски это и есть уведомление. Все понятно. Смотрим и галочками помечаем то, чему нужно дать уведомление. Разрешение на уведомление, точнее. Так. Ну, в общем-то, и все. Дальше начинаются настройки уже под себя. Круто, даже такое есть, господи. Ну и настраиваем, чтобы приложение не вываливалось из фона. А, если кто не видел, это делается так на некоторых моделях. Раз. Ой. А, ну да, все верно. Теперь ищем программу. И закрываем на ней замочек. Следующие настройки. Если у вас МТК, конечно, то у вас это так настраивается. Если у вас не МТК, то настройки уже идут в зависимости от того, что у вас за устройство. То есть ищите мануалы там, где изучают ваше устройство. Форумы или у производителя. Все, теперь у меня это приложение должно повиснуть в фоне где-то. Вот оно. Видите, да? И я его ныкаю уже туда, куда хочу я. Соответственно, вы это делаете туда, куда хотите вы. Что у нас теперь есть в часах? Уведомлений пока еще почему-то нет. Тренировки остались те же. Свайп в другую сторону — это настройки. Меню часов. Что значит меню часов? А, циферблаты. Понятно. Синхронизация времени. Дата. Формат. День, месяц, год. Мне приятней. Звук. Только звонок. Звонок и вибрация. Прикольно.
Короче, звонки стандартные. Ранее я такое уже видел. Уведомления. Ну да, первое лучше. На этом все пока. Так, а как шаг назад-то у нас? А, вот так. Громкость. Это максимум. Можно только тише. Экран. Тайм-аут и яркость. Единицы метрические и британские. Приложение – это QR-код для загрузки. Покой – это... Непонятно. Потом расскажу, когда пойму. Вызовы. О, список последних вызовов загрузился со смартфона. Тоже радует. Контакты. Все контакты с телефона загрузились, точнее, со смартфона. СМСки. Загрузились. Прикольно. Так, Bluetooth мы уже видели. Уведомления. Нету. Сон. Я завис. Я часы только распаковал. Они уже спали? Или это он подгрузил из предыдущего приложения? Оригинал. Значит, он, наверное, из этого. Из Google. От собственной программы, короче, отслеживания здоровья Google подгрузила. Потому что у меня предыдущие часы, вот эти вот, загружали все в Google. Так, ладно, пульс. Начать. Просто светится. Даже не мигают. Ну, я так, в общем-то, проходил на некоторых часах. Ладно, потом изучим, работает ли это вообще. Спорт. Это у нас, видимо, по умолчанию бег. Завершено. Так, управление камерой. Это если бы телефон был включен, то было бы управление камерой. Так, верните мне камеру. Вот, тогда включается. Так, а фокус будет? И вылетело в момент нажатия фокуса, что ли? Камера, говорю. Нет, успела. Теперь захват, да? Точно. Окей. Так, стоп. Не подгрузит фотку? Нет. Окей. Музыка. Play. Пауза. Ну, понятно. Музыку сначала надо включить на самом смартфоне. Далее поиск смартфона. Управление. А, что включено, что выключено. То есть активация экрана поворотом запястья и так далее. Короче, что я могу сказать? Это получается улучшенный аналог более дешевых часов в более навороченном корпусе. Потому что с примерно такой же прошивочкой, только менее навороченной, но по сути такой же. У меня часики уже есть на канале. Они работали на самом деле не очень долго от заряда, поэтому посмотрим, как будет здесь. Потому что здесь проведена, видно, работа над ошибками. Видите, даже календарик есть. И я надеюсь, что у нас будет все хорошо. Калькулятор в наличии. Ну, а дальше мы все видели. Короче, распаковку считаем завершенной. Часики визуально мне очень нравятся. Экран, в принципе, тоже нормальный. Заряд кушает тоже нехило, как вы видите, да? Переключение режимом геморройное. Но я понял, часы могут работать и с выключенным Bluetooth, если их отсоединить от смартфона без проблем. Они даже это сами вон предлагают в настройках. Но насколько будет хватать аккумулятора, это вопрос. Ну, короче, стоящие или часы, я чувствую, проще вам в вашем случае дождаться, когда я об этом сделаю обзорчик. Потому что наворотов вроде наворотили много, но есть подозрение, что это все будет очень быстро кушать батарейку. Ну, а так, конечно, выглядит прикольно. Первоначально вроде бы все здорово. Сейчас я их поставил на зарядку. Циферблаты. Сейчас проверим, только есть или нет. И на этом деле завершим распаковочку. О! Циферблаты подвезли.
Ну, значит, теперь точно всем спасибо. Всем пока. Надеюсь, я вас заинтриговал. И надеюсь, вы тоже будете ждать дальнейший обзорчик. Всем чао. Латуха, часики Сали. Название L20. Всем пока.